Представляем вашему вниманию стробоскоп AL-13A Xenon на двух батарейках. Фирма Seikadaev, страна-разработчик Россия, страна-производитель Тайвань. Данная вещица, как вы уже услышали из названия, стробоскоп, необходима она для того, чтобы обозначить местоположение либо свое, либо точки выхода. Ну, то ли это берег, то ли это катер. Ну, не имеет значения. Принцип действия. Внутри стоит две батарейки пальчиковые. На голове встроена вот такая вот лампа. Видно, что круговая колба прозрачная. Она не стеклянная, полимер какой-то. Вот, хоть и указано в названии, что это ксенон, на самом деле нет. Здесь газоразрядная лампа. Чем она хороша? Тем, что очень долго и экономично может работать, при этом выдавая очень яркий мигающий свет. То есть принцип действия такой, что вы затянули ее, контакт замкнулся, и вот так вот она мигает. Но учитывая, что здесь у меня и подсветка для видеооборудования, и дневной свет в принципе в помещении, это не очень заметно. Ну и плюс камера не все передает. Но на самом деле, если в темноте ее включать, да, очень-очень здорово светит. Сам пользуюсь, использую для чаще всего места обозначения выхода из воды. Охотимся, когда на озерах, на торпеду бросаю в машине, и очень здорово видно. А если подвесить еще куда-нибудь на берег, то будет и всем остальным видно, где вам надо выходить. Главное, чтобы его не снял никто. Вот. Можно с ним лезть под воду, то есть обозначать и местоположение дайверу свое. То есть можно повесить его на компенсатор, там, либо на баллон, чтобы вас было хорошо видно. Также, если вдруг погас фонарь, а у вас ночной дайв, вы всплыли, обозначить свое местоположение, затянув, его видно очень здорово, очень далеко. Имеется вот такой вот шнурочек для затягивания там на руке, чтобы не потерять, либо для того, чтобы зафиксировать его в любой точке, там подвесить. Корпус полностью у него пластиковый. Есть вот такой оринг, спокойно можно до 40 метров погружаться с ним, безо всяких проблем. Так, заходите на наш сайт boatyscaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.